Последние новости о страшном пожаре в Индии. Все произошло в храме на юго-западе страны. По информации СМИ, число жертв достигло уже 106, около 350 пострадали. И, как отмечается, данные эти не окончательные. Раненых так много, что их распределяли по 10 ближайшим больницам. Когда начался пожар, на месте находились около 15 тысяч человек. Они пришли посмотреть на пиротехническое шоу в честь религиозного праздника. Фейерверки стали причиной ЧП. Как рассказали очевидцы, искры от петард воспламенили гирлянды, которыми украшали храм, и попали на импровизированный склад пиротехники, после чего цепную реакцию уже было не остановить. Известно, что власти запрещали использовать фейерверки, тем не менее для шоу заготовили десятки килограммов пиротехники. В результате пожарным потребовалось несколько часов, чтобы остановить пламя. К спасательной операции привлекли военных и вертолеты.